хорошо, мы с ним разъедемся по разным сторонам как раз. Он туда, я сюда. Может, что и получится накидать. Ты попробуй с Жанной поиграть на арте, я с ней... Я стяжей не вылазю. А, ну так как, извини, девушкам надо уступать. Как? А как ты хотел? Так, Филимон, панове, господа, на усих объединял фаворит. Интересно, кто откуда? Так, тихо, ребятушки, надо занять позицию. Типа неплохую вроде как. А я типа же отсюда светиться, да, буду? Ёб твою 20, я балбес. Я балбес последний. Какой же я балбес, ребята. Твою ж 20, какой же я балбес. Твою налево, а. Тут нельзя так сильно быковать. Тут надо мягко быковать. Тут сильно нельзя, надо мягко быковать. О, видал как. Сразу оп и 500. По моей этой. Вот этих бы еще как-то простреливать, вот, чтобы удачненько все было. Пацанов, а то они там тоже что-то там типа наглеют. Насколько мне здесь можно побыковать? Я свечусь, не? А он не знает, что светится, да? Получи, распишись. 300. Хорошо. А как ты, родной, думал? Ты ж по мне стрелял. И я в тебя постреляю. Как ты хотел. Надо ж... иметь, так сказать... Да подождите вы, ну куда вы? Вот сейчас два танчика выйдет, смотри. Я в них двоих дам. Вот так вот. О, видишь как? Сразу приятно им стало вдруг, ненароком. Что-то тут какая-то Шкода тут, смотри, стоит. Там только что ЛТ вот получал, Шкода. Ты думаешь, ты не получишь? Получишь. Ну, только что 138 маловато это будет. Пацаны, ну вы как-то держитесь тут. Мы же вроде как стоим здесь. А тот выжил ЛТ вот, кстати, жучара. Сейчас 10 секунд я вот в этих раздам там плюху. Ой, хорошо как. Не, на откате только, ребята. Вот так вот. Не, надо добирать шотного. Шотного надо добирать, ребята. Все-таки нашим чуть полегче будет. Блин, ну ЛТ-шку вот эту сбрить. Она... О, молодец, чувак, молодец. Она сильно мудреная какая-то. Может, ББшку кумуль зарядить? На вот этого хлопца. Или не надо? Получи. Чуть-чуть, да? По загривку. Чтоб сильно там не этот. Не быкофенил. Блин, ну ИС, ну это было помоечное решение, честно. .295, шикарный выстрел. Шикарный. Шикарный. Мы проигрываем на самом деле, ребят, по хпшкам. Так что имейте в виду, что это все не так. У нас еще и тигр приехал. Вот этот выстрел делаю, и на тигра надо переводиться, ребят. Вот, и надо помогать союзникам. Вот сюда. Не выжил, к сожалению, парень. Обидно.
10 секунд, ребята, я вот в этого буду швырять. Только посветите его, пожалуйста. Мы еще можем катку перевернуть. Добирай. Умничка на 13.75. Прям супер. Так это тоже что-то, если выиграем, попахивать будет мастером. Но это выиграть еще надо. Ребят, не могу пока читать, сорянчик. Олег, ты кому-то я сватаешь? Жанна, привет, рад тебя видеть. Вот рад тебя очень видеть. Не, Анубис, никаких этих не будет, ты понял? Никаких делов. Я не знаю, ну блин, у него слишком много хпшек, ребят. Я-то могу кинуть, но это чисто стан будет. Пантера, ну это зря. Ему нужно какое-то... Опа-на, кто это тут едет? Арту пробить нельзя, видите как. Зато сейчас должен 13.75 ее с выстрела добирать. Попади только. Хорошо. Вот, правильно, разведите человека, да и все. Что там сейчас? Хелка чмак в попопе. Здрасте, видишь? Может, назад сдашь? А, я даже ему стана не дал. Я тут пропустил артовода, что ли, ребята? Блин, а у меня 15 секунд, слышь. А у меня 100 хп. Опять мастером попаху? Че, второй мастер подряд, что ли? Не, ну я не против поехать поискать вообще. Мне пофигу. Хоть и 100 хп, хоть и сколько. Поехали поищем. Сейчас я повышенный заряжу. Для поисков. Мы что, на быстрой арте? Блин, ну и круг сведения. Обалдеть просто. Ё-моё, вон ты где. Ну ты даешь, блин. Это точно был выстрел на мастера. Сейчас выздоровление у тебя больничное сделаю. Опа, второй мастер подряд, ребята. Прям вот, смотри, мастер, мастер сразу.